Добрый вечер, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать. Мы немножко задержались, потому что это был неравный бой с новой вебинарной площадкой. К сожалению, не все разработчики делают все хорошо и удобно для людей. Вот. Но, тем не менее, мы постараемся с ней освоиться. Я думаю, вы немножко освоитесь. У них есть плюсы свои. Все должно намного лучше запускаться. Давайте проверим связь. Итак, если вы меня видите и слышите, то напишите, пожалуйста, из какого вы города. Так, Светлана Сергеевна, плюс, Московская область с нами, Чувашия, Татарстан, Анапа, Саратов, Черкесск, Оренбург, Красноярск, Орловская область, Казань, Донецк, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Чебоксары, Пермь, Архангельская область. Отлично. Новочеркасск на связи, Кемеровская область. Так, коллеги присоединяются, Крым тоже с нами. Отлично, связь, в общем, у всех хорошая. Я думаю, сейчас еще несколько человек отпишется, какие города присутствуют. Я надеюсь, что у вас неплохая или даже хорошая погода. А мы сегодня постараемся поговорить о том, как интересно провести неделю английского языка и попробовать сгенерировать идеи. Поэтому у нас сегодня будет с вами таких два блока, в которых мы постараемся... Вот, Волгоград к нам присоединился. Постараемся с вами предложить друг другу какие-то интересные идеи. Постараемся сделать такой мастер-классовый блок, да, то есть когда мы с вами работаем в режиме brainstorm, да, то есть попробуем предложить друг другу много интересных идей. Утром у нас хорошо все это прошло, хорошо получилось, и я думаю, что каждый из слушателей, который пришел на утренний вебинар, смог сделать такой интересный список интересных идей. Поэтому надеюсь также на вашу поддержку сейчас вечером. То, что мы будем отвечать на вопросы, работать вместе. И, конечно же, во втором, скажем так, блоке я предложу вам те идеи, которые смог собрать на просторах интернета, либо применял сам в своей педагогической деятельности. Так, ну что ж, давайте начнем. И хотелось бы сразу вас спросить, на неделе иностранных языков какие практические задачи мы перед собой ставим? Я не имею в виду те задачи, которые там по полу стоят, которые еще могут возникать. То есть какие практические задачи в реальности мы ставим перед собой, да, которые чаще всего мы не прописываем, но всегда держим в голове. Любые ваши идеи все, думаю, будут верными, поэтому смело пишите, не стесняйтесь. Здесь никто двойки не ставит и не ругает тем более. Так, Светлана Сергеевна пишет, развивать мотивацию, конечно же. То есть, вот Мария тоже пишет мотивацию. Пожалуй, да, такой одна из первых задач, то есть повышение мотивации. Потому что именно это первоочередно на неделе иностранных языков. Еще какие? Потому что чаще всего задачи у нас бывает несколько это от 2 до 12, но я думаю, что у нас 12 не будет. Но еще несколько явно будет. Развивать творческие способности, да, конечно же. Практическое применение языка, Мария пишет, абсолютно верно, потому что это та ситуация, когда иностранный язык может потребоваться в ситуации реального общения. Так, практическая реализация имеющихся знаний, да, это, вот, видимо, в согласии с Марией. Вот коллега Анастасия также пишет, познавательный интерес, метапредметность, конечно же, там, когда мы делаем какие-то мероприятия в рамках недели иностранных языков, метапредметность будет присутствовать. Реализовать возможность выйти за пределы школьной программы, пишет Виктория. Да, конечно же, тоже абсолютно верно, потому что, собственно говоря, это важная задача. Это нам с вами необходимо. Собственно говоря, это и приведет, возможно, к познавательному интересу. Расширить знания о стране языка. Я думаю, не только о стране языка, но еще и умение говорить о своей стране на языке. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Конечно же, да, то есть расширение знаний в социокультурной, страноведческой области –
тоже может являться одной из важных задач, и которую можно решить за неделю иностранного языка. Диалог культур, конечно же, да, то есть, когда мы, возможно, будем в каких-то проектах сравнивать нашу действительность и, собственно говоря, то, что происходит у коллег. Так, я надеюсь, что вы или мои коллеги подскажут Ульяне то, что совершенно спокойно можно перезагрузить браузер или ссылку в другом браузере. Я думаю, что тогда звук точно появится. Так, еще какие-нибудь идеи будут? Или мы, собственно говоря, пойдем уже дальше? Так, воспитательное значение обязательно, конечно же, потому что и это важно воспитывать как на уроках, так и в внеурочной деятельности. И неделя иностранных языков может очень хорошо, спасибо большое, Светлана Сергеевна, решить эту задачу. Реализация проектов, да, именно при воплощении их в жизнь, возможно, именно, что называется, оповещение результатов своих проектов других, конечно же, в рамках недели иностранных языков может очень хорошо пройти. Хорошо, спасибо большое. Мы еще к вопросам вернемся, и я думаю, что дальше будет только интереснее. Так, давайте посмотрим на то, как проходит планирование у нас с вами недели иностранных языков. В первую очередь надо посмотреть на цели. Это повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка, как мы с вами сразу же и сказали. То есть это не только задача, но и, возможно, даже и главная цель. Задача. Образовательное формирование коммуникативных компетенций, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности, аудирование, чтение, говорение, письме. Развивающее. Совершенствовать навыки самостоятельной работы, развивать навык работы в команде, активизировать творческую проектную деятельность учащихся. Воспитательно стимулировать высокий уровень мотивации при изучении английского языка, формировать толерантное отношение к культуре и истории России и зарубежных стран, разных народов, патриотическое воспитание школьников, поддерживать высокий уровень интереса к стране и культуре изучаемого языка. Помимо этих задач, я бы выделил еще такую задачу, это здоровье сберегающее. Причем именно нас с вами самих, и этому я постараюсь уделить достаточное количество внимания сегодня. То есть, когда мы стараемся построить свою работу так, чтобы не дойти до такого состояния, что после недели иностранных языков нам нужно будет как минимум 2 недели как следует отдыхать. То есть, когда мы постараемся сделать так, чтобы больше, хотя бы там 60-70% времени работали у нас с вами наши учащиеся, собственно говоря, для них это будет и полезно, тогда это не будет превращаться в культурно-массовое мероприятие с аниматором в виде учителя. И с одной стороны, и с другой стороны, чтобы во время подготовки максимально использовать те материалы, которые уже имеются, которые доступны, для того, чтобы, с одной стороны, не изобретать велосипед, с другой стороны, поберечь свои силы на что-то более важное, там, разработка положения о конкурсе или же продумывание какого-то интересного мероприятия. То есть, конечно же, такие задачи, которые мы не прописываем, но они у нас с вами есть, имеет смысл перед собой поставить. Этапы подготовки и проведения. Процесс подготовки и проведения недели английского или недели иностранных языков проходит 3 этапа. Первый этап, и он, пожалуй, один из самых важных, подготовительный. На этом этапе составляется программа проведения предметной недели, план проведения недели английского языка должен согласовываться с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Если этого нет, то имеет смысл все равно согласовать, хотя бы формально. И, собственно говоря, вот этот подготовительный этап, как я говорил, он самый важный. То есть чаще всего у нас с вами учителей иностранных языков как минимум 2-3. Соответственно, мы собираемся вместе. Причем желательно, чтобы, особенно если вы методист, предложить это, что перед встречей заранее каждый учитель придумает все самые, просто любые идеи, даже предлагать те идеи, которые им кажутся совершенно безумными и авантюристскими. Собственно говоря, вы собираетесь вместе,
И в режиме мозгового штурма уже оценивать, какие идеи стоит воплотить в жизнь, какие реалистичны, какие нереалистичны. Собственно, кто за что отвечает. Продумываете, какое будет заключительное мероприятие. Обычно оно такое какое-то яркое, но об этом мы поговорим чуть позже. То есть вот на этом этапе все самое важное должно произойти, потому что чем лучше мы проработаем подготовительный этап, тем слаженнее, легче, интереснее у нас пройдет, собственно говоря, вся неделя иностранных языков. Второй этап – это проведение предметной недели. При проведении недели английского языка важно создать атмосферу праздничности, непринужденности. Открытие начинается с знакомства учащихся с планом проведения мероприятий, поэтому нужно продумать, каким образом мы об этом оповестим. В первую очередь это, конечно же, будет у нас с вами, скорее всего, плакат с расписанием мероприятий и классов, в которых учащиеся, точнее, возрастных групп для каждого мероприятия. Также, конечно же, можно разместить это все на сайте школы, в социальных сетях школы. Все это будет крайне полезно. Третий этап, заключительный этап, посвящен подведению итогов. Причем, как подводить итоги, мы должны подготовить уже на первом этапе. По итогам конкурсов проходит награждение учащихся, которые принимали активное участие и показали лучшие результаты. Нужно продумать, как мы их будем награждать, в какой форме, грамотами, благодарственными письмами, с подарками и призами, или же только грамотами. Это обязательно должно быть. Что можно придумать, генерируем идеи? То есть, какое провести заключительное мероприятие? Какое предложить творческое мероприятие? И что сделать в познавательных целях? Вот сейчас это вторая такая наша с вами часть мастер-класса. Я предлагаю ответить на любой из этих вопросов, либо на все из них. Можно кратко, можно развернуто. Я думаю, что мы разберемся. Я постараюсь все ваши комментарии прокомментировать, высказать что-то, возможно, за то или иное мероприятие, выделить какие-то хорошие, интересные стороны. Поэтому отвечайте смело, не переживайте. Все это будет только в плюс. Так, Ирина Алферова предлагает провести концерт. Конечно же, и тут можно выделить два направления. Это может быть песенный конкурс, это может быть театрализация, причем театрализация может быть в разном формате, театрализированное представление. Да, то есть все это может быть абсолютно, да, вот так. Те, кто особенно готовится к неделе иностранных языков или не знаю, что происходит в следующем году, берите сразу блокноты, записывайте. А в последнее время все более популярны квесты. Квесты вообще очень интересная вещь, тоже полностью согласен. Имеет смысл, да, квест это по сути то, что мы называем игрой по станциям. Чаще всего имеет смысл, конечно же, такие мероприятия проводить. Спектакль, да, подготовить какой-то спектакль. Линейка с награждением, подведение итогов, да. Хоть, казалось бы, это такой старый формат, но тем не менее учащимся он приемлемо нравится. Спектакль, сказка, игра, квест, да. Мы проводим, Вера пишет, фестиваль песен на иностранном языке. Ну, часто его еще называют Евровидение. Да, тоже очень хорошо. Мы неделю иностранных языков чаще всего завершали как раз песенным конкурсом. Всегда проходит на ура. Марафон, конкурс чтецов. Кстати, о конкурсе чтецов мы сегодня с вами поговорим. Так, Ирина пишет, у нас квест был в середине недели. А расскажите, если он был, это был квест на один класс, или же это был квест на несколько классов? Как проводили, как учащимся понравилось, нет? Обязательно отпишитесь. Ирина, мы ежегодно проводим фестиваль творчества на иностранном языке, номинации вокальная, литературная, театральная. Да, вот Жаркова Наталья Леонидовна очень интересную идею предлагает, когда мы под одно мероприятие в виде фестиваля сразу включаем несколько важных блоков, которые помогут нам, собственно говоря, сделать неделю иностранных языков интересной. Интересная идея. Утром подобной идеи не было высказано. Возможно, имеет смысл взять на заметку и, собственно говоря, в таком фестивале объединить все. У нас был квест для пятых классов. Ребятам понравилось. Замечательно. Да, пятые классы
Вообще вот до класса, наверное, седьмого практически все квесты идут совершенно спокойно. Поэтическая гостиная, да. Ну, кстати, хорошее название для конкурса чтецов будет именно такая. Группы смежные были с разных классов, да. Тоже очень интересная идея, когда мы смешиваем разных участников в какие-то команды, учим их работать вместе. Бал литературных героев. Да, тоже очень интересная история, только поскольку я ни разу не слышал подобное мероприятие, уверен, что оно интересное, расскажите чуть более подробно. Так, Маргарита, конкурс стен газет в течение недели по разным праздникам раздаем каждому классу в конце недели. Они должны инсценировать, очень им нравится. Да, кстати, тоже очень хорошая, интересная идея. Всем рекомендую. Да, вообще работать со стен газетами, потому что иностранный язык всегда связан у нас с вами с журналистикой. Стен газеты это тоже форма журналистики, поэтому, конечно же, да. Так. Главное, чтобы в номинациях Светлана Сергеевна пишет, учитывались различные уровни профессионала, любителя. Например, в нашей школе есть театральная студия и школьный хор. И это понятно, что уровень исполнения будет значительно выше, чем у детей, которые не посещают подобные кружки. Да, конечно же, такое учитывать стоит, хотя на самом деле и обычные школьники могут с ними подчас посоревноваться. Нужно просто грамотно к этому подойти. Я как человек, который занимался музыкой, могу точно это сказать. Вот. Но тем не менее, чем больше 12, тем всегда лучше, тем меньше обиженных. Поэтому, конечно же, если есть, скажем так, профессионалы и непрофессионалы, имеет смысл выделить их в разные номинации. Ольга пишет, фестиваль английской песни, конкурс стихов, собственного сочинения. Если у вас есть ряд учащихся, которые могут сочинять стихи, и вы можете им помочь, чтобы провести такую редакторскую грамматическую правку, да, корректорскую работу, то, конечно же, да. Собственно говоря, вот такой идеей тоже утром не высказывалось, а звучит очень хорошо. Так, сейчас попробую вспомнить, что такое утром очень мне понравилось. Пока комментировал, немножко вылетело из головы. Но я думаю, что пока вы пишете еще несколько интересных идей, я вспомню. Так. Олег, не стесняйтесь, смело предлагайте идеи. Те, кто, допустим, только-только подошел, собственно говоря, мы пытаемся создать такой в совместном формате банк интересных идей, которые можно реализовать на неделе иностранных языков. Путешествие в сказочный мир. Да, конечно же, это, я так понимаю, скорее всего, или игра по станциям, или квест. Если я правильно понял вас, Ирина. Тоже очень хорошая, интересная идея, когда у там квеста или игры по станциям есть такая связующая история, да, когда все крутится вокруг какой-то широкой, но одной темы. Да, это очень правильно, очень, скажем так, верно. Так. Пока. Много коллег высказалось, но я думаю, что... Так, вот, конкурс описания картинок. Картинок, конкурс грамматистов. Мы это проводим каждый год. Отличная идея. Очень правильная вообще, когда мы говорим о развитии навыков говорения, описание картинок, работа с картинками. Это очень интересная история. Поэтому, конечно же, такие идеи и реализовать легко и удобно, и, собственно говоря, они будут работать. Мы проводили физкультурный праздник с заданиями по английскому на этапах соревнований. Вот, пожалуйста, тоже очень интересные идеи, и межпредметные связи у нас сразу же есть. Поэтому тоже за, ни разу не слышал о подобной идее, но она очень действительно звучит рабочей, тем более, если вы проводили уже, соответственно, можно воспользоваться уже вашим опытом. Так, еще коллега пишет, мы обычно проводим конкурс часов, конкурс стен газет, конкурс поезд. Эти команды бегают с кабинета в кабинет и выполняют различные задания. Ну, это квест или игра по станциям. Так, грамматический плакат можно на разных языках, да и на русском тоже не мешало бы. Да, тоже замечательная идея. Радиоальманахи. Вообще, кто связывается с радио,
Это совершенно замечательная история, тем более сейчас это все стало делать раз в 500 проще. Не нужно пользоваться даже школьной, обычно не работающей радиосистемой. Все можно делать через интернет, поэтому тут может пойти совершенно потрясающая история. Поэтому нужно обязательно этой возможностью пользоваться. В рамках недели проводим конкурс исполнительной песни на иностранном языке New Wave. Да, новая волна. Ага, да, тоже замечательная история. Вообще с песенными конкурсами все, оно же Евровидение. Это все очень хорошо работает. Радуга наук, предметные мероприятия, география, история, МХК, литература. Совершенно замечательная история. Ирина Тарасова, все в рамках ГОС, поэтому тоже все очень хорошие идеи и советую многим взять на советку. Бал литературных героев. Каждый класс выбирает произведение английского или американского писателя, представляет героя или героев. Да, тоже очень хорошая история, собственно говоря, если литература знакомит и творческую составляющую развивает. Замечательно. Так, мы проводим конкурс презентаций. Каждый год новая тема. Монархия, необычные достопримечательности англоговорящих стран. Да, тоже очень такая интересная, замечательная история. Ритмизированные сказки. Примерно представляю, о чем идет речь. То есть, когда, видимо, то есть, скорее всего, в сказке, в ее, скажем так, воспроизведении в виде сценария присутствуют все время какие-то танцы, я так понимаю, музыка. То есть, скорее всего, здесь есть легкий отсыл к мюзиклам. Но, опять-таки, если неправильно, то меня поправьте. Тоже почему бы и нет, да, здоровьесберегающие технологии тут же применяются. Лингвистронавический марафон. Да, хорошее классическое мероприятие, которое тоже может быть и нравится учащимся, поэтому, конечно же, да. Так, пока вы еще пару идей, я думаю, 2-3 предлагаете, я скажу то, что с точки зрения сбережения себя можно придумать. Я делаю игру квест по станциям в рамках открытого урока на неделе иностранных языков. Соответственно, это проводилось как мероприятие. Также утром была очень интересная идея, когда коллеги предлагали устроить конкурс календарей с английскими или американскими праздниками. Или конкурс грамматических шпаргалок. Шпаргалок закладок. Тоже такая интересная получается история. Вот, для сценировки народных сказок используется джазовый ритм. Да, очень интересная, хорошая история. Почему бы и нет? Да, звучит как-то по-новому. Когда говорят про джаз, вот сразу, да, несмотря на то, что уже достаточно много лет прошло, у меня сразу вспоминаются мои последние госэкзамены, и, собственно говоря, как мы ждали в студенческой столовой под джаз озвучивание наших результатов, да, это был последний экзамен, поэтому там был и джаз, и блюз, и все это очень так вплелось в память просто на всю жизнь, поэтому я думаю, что с учащимся это точно так же хорошо сработает. Хорошо, спасибо большое, я думаю, что многие из вас сейчас записали или взяли на заметку энное количество идей, если это так, то напишите, например, плюс, чтобы я понимал, что такие блоки совершенно не зря мы проводим. Вот, да, вот коллеги пишут плюсы, отлично. Собственно говоря, вот так мы вместе с вами создали такую интересную копилку идей. Да, ой, смотрю, всем понравилось. То есть, получается, провели такое методическое собрание на всероссийском уровне. Конкурс переводчиков. Шикарная вещь, да, дается, например, один абзац или два абзаца литературного текста, и нужно максимально интересно литературно перевести. Или же еще какой-то вариант. Совершенно интересная история. Вот, Светлана Сергеевна, совершенно замечательную идею предложила. Конкурс на оригинальную озвучку известных фрагментов фильмов, мультфильмов, сериалов. Кстати, очень понравится, ни разу не слышал о подобной идее, хотя идея лежит на поверхности, легко осуществима. Да, совершенно согласен, интересная история. Можно потом это все запустить, допустим, в школьную социальную сеть, да, в группы, то есть результат будет очень долго виден, да, устроить голосование, поэтому совершенно да.
Хорошо, если будут еще какие-то идеи, я буду пока что рассказывать дальше, но если появляются какие-то идеи, с удовольствием их озвучу и вообще отвечу с удовольствием и на комментарии, и на вопросы. Поэтому давайте и дальше общаться, что называется, в режиме онлайн. Да, про песни сейчас скажем, всегда проходят на ура, и мы проводили Евровидение, но об этом сейчас чуть позже я расскажу. Что можно придумать? Во-первых, можно придумать маленькие хитрости, о которых мы сейчас с вами тоже поговорим и уже начали говорить, как, например, провести, если у вас нагрузка большая, провести в этот момент открытый урок. Это тоже считается мероприятием. Сделать его интересным, творческим, как, например, игра по станциям. Я не раз это говорил, это хороший способ сделать так, чтобы учащиеся много работали на уроке, чтобы максимально ваша работа оставалась за кадром. И единственное, что требуется для этого, это хорошая подготовка. И тогда, поверьте, любой ваш открытый урок пройдет очень хорошо, и никто ничего плохого сказать, я думаю, не сможет. Песенный конкурс, это как, например, Евровидение. Кстати, как маленькую хитрость можно еще применять, например, конкурс на спеллинг, потому что его достаточно просто организовать, и тоже пройдет у нас с вами, ну, например, 2-3 класса у нас поучаствуют в конкурсе на спеллинг. Или, допустим, в принципе, там 10-15 человек, те, кто изъявили желание, и, допустим, соберем мы там еще какой-то небольшой зрительский зал. А песенный конкурс, например, Евровидение, там New Wave и еще много других интересных названий было, как заключительный такой, как сильный последний аккорд в песне мероприятие, тоже очень хорошо пройдет. И подскажу я сейчас на следующих слайдах, что можно использовать для этого. Собственно говоря, это все очень хорошо может сработать и работает. В моей практике было, что учащиеся даже и сами себе аккомпанировали на песенном конкурсе и очень интересные песни подбирались. Тут очень важно только решить ряд организационных вопросов, например, чтобы у нас были заготовки на паузы технические, когда жюри работает, или же когда, например, у нас что-то пошло не так, да, то есть какие-то, возможно, номера вне конкурса, это все обязательно должно быть. Должно быть грамотное положение о конкурсе, в котором не будет разночтений. Должна быть заранее подготовка, то есть об этом конкурсе стоит объявить недели за три, а возможно за месяц до самой недели иностранных языков, для того, чтобы учащиеся уже могли готовиться. Так, конкурс «Письмо литературному герою». Кстати, мы об этом сегодня поговорим, у нас есть такой, да, конкурс «Пишем письмо другу», поэтому, да, вот думаем как раз в одну сторону, что тоже является хорошо. Конкурс чтецов, как мы с вами говорили, конкурс проектов. Причем тут вообще огромное у нас с вами есть пространство для фантазии. Проведение Five O'Clock Tea. Да, расскажу, как можно это сделать. Такое мероприятие я делал в своей практике. О, конкурс видеороликов My Name Is. Да, в принципе, кстати, конкурс видеороликов – это интересная история. Например, когда мы можем провести конкурс социальной рекламы. Я в своей вожатской практике делал подобную вещь, когда мы инсценировали проблему беспризорничества, да, и вот желание подростков иногда сбежать и убежать. И, собственно говоря, там был и видеоряд, там была и сценка, и голос за кадром все красиво это озвучивал. Поэтому конкурс видеороликов может просто совершенно замечательно сработать. Это точно так же, как в рамках конкурса видеороликов можно устроить конкурс буктрейлеров. Я думаю, многие уже знают и знакомы с этим жанром. Можно сочинить такие интересные буктрейлеры на английском языке, заснять их, я думаю, у многих очень хорошо получится. Проведение дистанционных олимпиад или, в принципе, дистанционных конкурсов, допустим, тот же самый конкурс буктрейлеров можно проводить офлайн. Когда мы устраиваем голосование, допустим, в рамках группы школы, да, в рамках, да, группы, которая представлена, допустим, ВКонтакте, наверняка у каждой практически школы есть такая группа,
собираем там эти видеоролики, устраиваем открытое голосование, выделяем, допустим, одну номинацию или две приз, как приз симпатии жюри или еще что-то в этом духе. И это тоже будет очень все хорошо у нас с вами проходить. Театральный конкурс, как мы с вами говорили, конкурс «Пишем письмо другу». Ну что ж, давайте обо всем этом подробно сейчас с вами поговорим. Письменный конкурс. Во-первых, как мы с вами говорили, он пользуется большой популярностью у школьников. Помогает применить иностранный язык в реальной жизненной ситуации. Учащиеся очень хорошо готовятся к этим конкурсам, стараются. У нас звучали песни Depeche Mode, которые ребята сами еще и себе и подыгрывали. А у нас звучали, я помню, песни группы Cranberries. То есть все это очень хорошо работает. Развивают фонетические навыки учащихся. Могут хорошо завершать неделю английского языка. Особенностями можно выделить нетрудно проводить, но требует тщательно спланированного положения конкурса и сценария проведения. Чем раньше мы все это подготовим, тем лучше и качественнее оно пройдет. И, конечно же, как я и говорил, письменные конкурсы нельзя объявлять в начале недели иностранных языков. Их нужно объявить намного заранее, хотя бы за 2-3 недели до недели иностранных языков. Так, конкурс экскурсоводов по школе на основе видеосюжетов. Да, тоже очень интересная история, которая может быть. Вообще может быть конкурс экскурсоводов. Благо, что у нас сейчас есть огромное количество музеев 3D, когда мы можем побродить, мы можем вообще бродить по улицам любого города. Благо, что Google и Яндекс сделали это все возможным. Все это можно запланировать. Очень интересно интерактивно провести. Обычно с песенными конкурсами бывает такая проблема, когда для средней старшей школы, в принципе, возможно подобрать песни, а в начальной школе их подобрать достаточно сложно, потому что они либо сложные, либо уже надоели, либо еще какая-то история с ними. Поэтому очень хорошо, что у нас с вами есть несколько интересных сборников в наличии с песнями и с караоке к ним, потому что важно, чтобы была очень хорошая фонограмма. Здесь они у нас с вами присутствуют. Плюс, опять-таки, мы можем повторить за оригинальным исполнителем, выучить песню и затем ее как следует спеть. И сейчас предлагаю чуть-чуть расслабиться, отвлечься и послушать эту песню из сборника Владислава Петровича Миллерудера «Развивающие задания, стихи и песни». Я сейчас вам, собственно говоря, ее включу. Once a big brown bear met a little white hare. Said the big brown bear to the little white hare, it is winter, little hare, go to sleep, little hare. It is winter, hare dear, winter time is here. Said the little white hare to the big brown bear, it is winter, big bear, go to sleep, big bear, time to sleep, big bear, go to sleep, big bear. I don't go to bed, no, hair like winter snow. Я думаю, вам понравилась эта песня. Так, во втором абзаце опечатка, да вроде не должно быть. Но я, честно говоря, так, сейчас. Я думаю, коллеги сейчас за кадром посмотрят, ответят. Вот, если понравилось, то напишите, пожалуйста, плюсы. Если не понравилось, напишите минус. Интересно вашим. Ага, да, опечатка. Ну, первый тираж, это всегда такое бывает. Я думаю, что мои коллеги, кто сейчас сидит за кадром, с удовольствием уже все это отметили, и мы это все передадим и, конечно же, исправим. Вот Галина пишет, милая песенка. Так, кому-то даже не понравилось. Ну, такое тоже может быть, поэтому, собственно говоря, песенных у нас, книг с песнями у нас много. Да, но для начальной школы, допустим, там второй, третий класс, когда им еще тяжело спеть что-то сложное, я думаю, что очень хорошо можно поработать и
спеть такую песню. Я, во всяком случае, как человек, который работал много в начальной школе, и проинсценировал бы эту песню, как пишет Светлана Сергеевна, и совершенно с удовольствием бы разучил ее с ними. Песен таких много. Вот, пожалуйста, еще одна для примера. I Drive a Little Car, которую также можно спеть, которую также есть у нас с вами и ноты, и караоке-версия, и, собственно говоря, озвученная версия. Все это очень удобно и хорошо можно использовать. Вот Маргарита пишет, дети, особенно в начальных классах, любят эти песенки. Сейчас почему-то дети прочитают видеопесни. Ну, у нас такое уже было, у нас очень много песен. Да, клиповое мышление. Собственно говоря, очень много песен Клары Сакан, Марианы Юрин Калпан. Коллеги уже давно положили на видеоряд. И без каких-либо проблем, собственно говоря, это возможно дальнейшее развитие, которое мы можем сделать, собственно говоря, вместе с вами. Еще одна интересная песня, допустим, на тему страноведения, London Weather, которую также мы можем использовать в своей работе и которая принесет нам, конечно же, пользу. И вот Маргарита пишет, уже скачала. Да, ну, помимо того, чтобы скачать песню, еще, конечно же, полезно и приобрести, собственно говоря, сам песник, потому что там не только песни, там действительно очень много интересных развивающих заданий. Там есть задания, которые помогают, собственно говоря, построить правильную работу, то есть я имею в виду, как-то есть и предтекстовые, текстовые, послетекстовые задания. Есть еще у нас два сборника, я думаю, что с ними вы многие неплохо знакомы. Это Songs and Poems for Junior School и Songs and Poems for School. Так, Сорокина Оксана пишет, что 60 минут еще песни сочиняет. Да, и причем это, поверьте, не первые его песни. Очень много песен Радислав Петрович сочинил для курса «12 шагов к английскому языку». Это курс для дошкольников. Причем он не только сочиняет песни, он их еще и озвучивает. Да, то есть он поет. Он еще и, собственно говоря, сочиняет и музыку для них, и совершенно спокойно ее играет на синтезаторе. Да? То есть Радислав Петрович крайне, скажем так, разносторонний человек, я сам вместе с вами не перестаю удивляться его талантам. Значит, данные сборники у Марианы Юрьевны Клары Сакан и Калпан включают также в себя песни. Они включают в себя также претекстовые, послетекстовые задания, которые помогут нам с вами поработать с этими песнями. А в рамках, допустим, конкурса Евровидения, New Wave или просто песенного конкурса, выбрать какую-то песню, также ее спеть с караоке, либо ее, собственно говоря, прослушать. Я сегодня ставить не буду, потому что у нас и так вебинар получается достаточно длинный. Я думаю, многие из вас слышали. Плюс, опять-таки, можно совершенно спокойно, вот по ссылкам, спасибо большое админу, в интернет-магазине перейти на страницу со всеми этими песнями, прослушать их в интернете. Поверьте, вы получите удовольствие. Песен таких много, и благо, что у нас есть Songs and Poems for School, то есть, когда особенно там класс 5-7, еще все так же сложно подобрать песню. Здесь это все возможно, они есть, и остается только взять и использовать в своей работе. И, конечно же, стоит напомнить о том, что все эти песни были и есть в umk.happyenglish.ru. Так, например, для третьего класса у нас есть песня Family Rap, которую может спеть не только третьеклассники, но, я думаю, даже и пятый, и шестой класс, тем более рэп сейчас снова набирает обороты, снова входит в силу. Поэтому, конечно же, не стоит стесняться и можно совершенно спокойно использовать подобную песню. Для старшей школы, допустим, там уже 7-11 класс, очень хорошо может подойти песня Just In My Dreams. Кто ее слышал, знает, что она очень хорошо идет под гитару, то есть можно учащиеся там несложные аккорды, собственно говоря, и саккомпанировать себе, и спеть. Я думаю, что очень хорошо получится, и песня эта обычно всем нравится.
Поэтому мне остается только использовать ее в своей работе и, собственно говоря, на песенных мероприятиях. Лисо, вот там тоже интересная песня, которую также мы можем использовать в своей работе. Конкурс чтецов. Тоже очень интересная история, которая может быть, и, собственно говоря, она нам поможет с точки зрения развития предметных результатов, соответственно, готовить к экзаменам, потому что мы знаем, что у нас в устных частях сейчас есть задание, где необходимо прочитать пару абзацев, с одной стороны. Плюс, с точки зрения удобности, это, конечно же, нам удобно, потому что не отнимает у нас очень много времени на подготовку. Зато, с другой стороны, очень много подготовки требуется от самих чтецов, участников этого конкурса. Прививает любовь к чтению, развивает умение читать текст вслух и читать его правильно, развивает навыки произношения и фонетические навыки. Особенностями подготовки можно выделить, что требует определенного количества репетиций, которые без нас, конечно же, пройти не могут, потому что мы должны помогать своим учащимся. Откуда брать, собственно говоря, стихи или какие-то белые стихи для прочтения? Особенно, опять-таки, эта проблема возникает у нас в классе так до 7-8, когда бывает сложно подобрать по силам то или иное стихотворение. Например, в книгах Редап, да, это интересное пособие, которое у нас захватывает все классы, кроме 6-7. Например, в 5 классе мы можем встретить стихотворение «Visited a Country», которое мы можем красиво прочитать вслух в рамках конкурса чтецов. Или же, опять-таки, взять стихотворение у Владислава Петровича Милюда из пособия «Развивающие задания стихи и песни». Допустим, 2-4 класс может совершенно спокойно прочитать вот это стихотворение, которое нам предложено автором. Можно читать и прозу, например, брать какие-то отрывки из книги «The Ring of the Druids», и, собственно говоря, зачитывать. Да, вот, Наталья Гундарева пишет, у нас проводили конкурс переводчиков. Перевести песню или стихотворение в стихотворной форме можно и белый стих. Кстати, вот эти конкурсы можно объединить, когда мы объединяем прочтение и перевод. Да, допустим, кто-то у нас в рамках чтецов зачитывает, и, соответственно, потом кто-то уже его как переводчик переводит. Тоже очень интересная история может получиться. Плюс тогда все сразу будут понимать, о чем идет речь, потому что мы прекрасно понимаем, что многие учащиеся на конкурсе чтецов абсолютно не понимают, о чем же говорится в тексте, если его не видят перед собой. Можно брать и стихотворение из Songs and Poems for School, например, Pilgrim's Song. Все это будет, конечно же, интересно и полезно, и самое главное, все это несложно проводить. Из Робин Маквиза Дайри для 9 классов также можно брать какие-то интересные истории, которые также будет потом интересно в рамках уже конкурса переводчиков переводить. Поэтому в чем удобство? Нам не нужно изобретать велосипед, нам не нужно тратить бесконечное количество времени на поиски материалов. У нас с вами все это есть, что называется, под рукой. Можно брать, ну, тут уже есть перевод, можно, собственно говоря, допустим, отксерокопировать, тогда перевода многие не увидят. Maple Leaf Forever, точно так же для прочтения или же для перевода. Можно взять из happyenglish.ru, да, или же, соответственно, сборника Songs and Poems for School, for Junior School, песенку про счастливого гнома. Для 2, 3, 4 класса будет совершенно этого достаточно, и все это будет хорошо звучать. Конкурс проектов. Что можно предложить? В начальной школе это, конечно же, будут творческие проекты, где мы делаем различные поделки и примеры. Я вам сейчас покажу. В средней и старшей школе это, конечно же, исследовательские, поисковые или другие проекты. Например, когда мы проводим ту же экскурсию в рамках
курсовода под той или иной достопримечательности. Онлайн-экскурсию тоже можно считать проектной работой. Можно как проект создания комикса, вот Светлана Сергеевна абсолютно с вами согласен. Хорошая, интересная история, причем она выполнима как в начальной, так и в средней старшей школе. То есть тут остается уже только придумать, что же, собственно говоря, предложить, да, в рамках работы над проектной деятельностью. Ирина Михайловна пишет, сколько же переводили стихи на авиационную тему. Да, вот, пожалуйста, совершенно замечательная история, которая также может быть. Все это можно придумать. Самое главное, что сейчас мы с вами будем заряжены достаточно большим количеством идей, что позволит вам уже придумать, возможно, еще более что-то интересное, классное, и знать при этом, откуда взять какой-то материал, чтобы тратить больше времени на свои совершенно замечательные идеи, нежели на подборку необходимых материалов. Особенности подготовки будут в средней и старшей школе сложные, если группа учащихся сломомотивированы. То есть, возможно, даже придется отказаться от этой идеи, если у нас с мотивацией все плохо и с английским языком, соответственно, еще хуже. Требует много времени на подготовку учащихся, поэтому об этом также стоит заявлять, я бы даже сказал, не то, что за 2-3 недели, а за месяц-полтора, как минимум, для того, чтобы они успели подготовиться, для того, чтобы они подобрали материал, для того, чтобы они, допустим, если мы берем конкурс экскурсоводов в режиме онлайн, значит, подбор материала, правильно построенная речь на иностранном языке, возможно, они будут пользоваться какими-то шпаргалками, произносить все это дальше. Суть презентации – это та же шпаргалка. Вот. Или же они, например, если они, скажем так, менее сильные, подготовят какой-то хороший, качественный текст, который легко будет рассказываться, да, потому что если они будут читать по бумажке, скачанной с интернета, то мы все знаем, чем это заканчивается, все плохо и ужасно, то есть у них должен быть большой запас материала, с одной стороны, с другой стороны, это все должно быть притворено в какую-то удобоваримую форму, чтобы заинтересовать, скажем так, экскурсантов. Творческие проекты. Можно брать идеи из серии книг Readup. Да, в данных пособиях есть у нас много интересных творческих проектов, в которых есть инструкции, которые, соответственно, можно легко предложить нашим учащимся. Например, вот во втором классе предлагается сделать вот такого забавного гнома. Есть у нас и поле для фантазии, и, собственно говоря, возможности, и как это все сделать нам предложено. Все это у нас с вами есть. Самое главное, чтобы ни у кого не оказалось иголки, или же, что более часто является, булавки. Так, Татьяна пишет, вот интересно, есть ли пособие для подготовки к фонетическим конкурсам с элементарной фонетической разметкой? Скажем так, у меня, например, подобного нет, но эта проблема решаема, потому что, например, в Songs and Poems все стихи озвучены, да, то есть можно сделать такую разметку вслед за или носителем языка, или человеком, который очень хорошо говорит по-английски, точно так же в стихах и песнях Владислава Петровича Мелюзова все так же озвучено, поэтому решить эту проблему, конечно же, можно. Собственно говоря, и многие страноведческие книги у Клары Сакрон и Юлии Калфон озвучены. Так, тоже интересное задание из развивающих заданий стихов и песен, где нам нужно сделать сувенир своими руками. В данном случае идет сувенир, так больше рождественский, предновогодний, но по аналогии мы можем сделать совершенно любой сувенир, собственно говоря, выполнив то же самое задание, но уже в рамках той или иной темы. Так, Сабинникова пишет. Проводили интерактивные перемены по разучению шотландского танца. Да, тоже очень интересная история. Я вот, к сожалению, танцую очень плохо, поэтому таких идей сегодня не предложил. Да, но могу себе представить, что это имело просто, я думаю, колоссальный фурор, особенно если кто-то был в килтах.
Да, звучала необходимая музыка, поэтому действительно идеи крайне интересные. Всем также советую, у всех тех, у кого в руках блокноты, записать такую идею. Да, можно ее преобразовать в танцевальный флешмоб, да, уже интерпретировать в разные стороны. Все это хорошо будет работать. Конкурс «Разговор по телефону». Да, тоже совершенно замечательная вещь. Как раз мы с вами потихонечку доходим до различных театрализованных конкурсов, и в рамках вот этого направления разговор по телефону тоже может быть. А в в учебниках Мили для начальной школы мы также можем много найти идей для поделок, которые мы можем использовать. Вот, пожалуйста, у нас в третьем классе необходимо сделать от таких замечательных роботов. Можем интерпретировать эти идеи, можем брать идеи полностью. Самое главное, что у нас есть от чего отталкиваться. Итак, мы с вами дошли до театральных конкурсов. Значит, например, конкурс небольших сценок, зарисовок, или же действительно конкурс различных на тему разговор по телефону. Можно тут использовать, скажем так, правила стендапа, каких-то заготовок. Учащиеся это сейчас любят, поэтому надо этим пользоваться. Когда мы, например, задаем тему, они разыгрывают какую-то историю, либо мы им даем карточки, и, соответственно, они работают по ним. Или же они в 2-3 человека придумают крайне коротенькие, но интересные, смешные истории, которые, сценки, которые они и реализуют на английском языке или там на другом иностранном языке, на сцене. И, допустим, из таких вот различных сценок мы их объединим как организаторы какой-то такой единой идеи, подведем этому всему итог, я думаю, что тоже будет очень интересно. Конкурс представлений. Постановка представлений учениками из разных классов, когда мы, допустим, ставим какую-то небольшую пьесу или же, скажем так, небольшое представление, там, минут на 30, на 40, тоже будет крайне интересно. Но опять-таки здесь есть особенности проведения. Требует тщательной подготовки. Я думаю, что 2 недели-то точно порепетировать придется. Так. Татьяна, я вижу ваш вопрос. Я его, конечно же, передам Алексею Васильевичу Кунабиеву, как главному редактору. Вот. И я думаю, что он, конечно же, обдумает ваше предложение. В нем, конечно же, есть рациональное зерно. Так. Да, вот тем более, если коллеги поддерживают. Так, все запомнил, не переживайте. Обязательно передам. Такие предложения крайне ценны для любого автора и, собственно говоря, для издательств. Потому что мы в первую очередь отталкиваемся от того, что же вам нужно. Потому что если это вам не нужно, то, сами понимаете, оно будет лежать, пылиться и просто скучать по своему читателю. Театральные постановки способствуют развитию социального сознания учащихся, умения работать в команде, совершенствованию лингвистических способностей, выявлению интересов и потребностей учащихся, стимулированию использованию иностранного языка, увеличению, конечно же, словарного запаса, потому что очень хорошо у нас активизируется речь, развитию навыков говорения, улучшению качества речи. Кстати, говорение, знаете, как очень хорошо улучшается, потому что я вот тоже в свое время очень много в различных театральных постановках участвовал, бывал такой по 3 за день. Текст, когда забывается, резко начинаешь придумывать свой текст. Поскольку если это идет на английском языке, соответственно, и текст идет на английском языке. Так мы переходим в свободную спонтанную речь, и это будет только плюс. Улучшение качества речи, снятие психологического барьера, связанного с боязнью публичных выступлений и страхом совершить ошибку. Так, вижу ваш замечательный комментарий, побольше бы таких вебинаров на эту тему. Предлагайте темы, предлагайте их нам в социальных сетях на englishteachers.ru. Под каким углом посмотреть, например, на тему проведения недели иностранных языков, какой вопрос подробнее разобрать. И такое уже очень много раз было, когда мы брали, собственно говоря, ваши темы и предложенные вами, возможно, их чуть-чуть по-другому называли, и с удовольствием
проводили вебинары для вас. Да, вот спасибо большое админу. Ссылка на englishteachers.ru, где можно предлагать темы вебинаров, можно их предлагать нам в сообщении в социальных сетях. Мы будем только за. Да, театральные постановки требуют большой подготовки и усилий учителя. И это нужно обязательно учитывать. Поэтому, когда вы задумываете это, такие мероприятия на неделю иностранных языков, рассчитывайте свои силы, чтобы, конечно же, нужно радовать своих учеников, нужно делать все интересно и замечательно, но и, собственно говоря, свои силы тоже нужно рассчитывать, они имеют лимит. Инсценировки можно брать интересные ситуации из учебников и, собственно говоря, и ролевые карточки, как такие есть, например, в New Millennium English для 8 класса, 4 упражнение, где идет вот такая история. Role play the situation when you and your friend are going to visit the National Marine Aquarium in Plymouth. Use the role cards the teacher gives you. Вот, пожалуйста, у нас все готово. Остается только, допустим, порепетировать эту историю учащимся. Или же мы работаем в режиме стендапа, если они готовы к этому. Все это будет... Все это будет работать. Так, много вебинаров на тему ГИ и УГЭ, а какие методы современные лучше для наших гиперактивных детей по подготовке к ним? Есть ли разработки у вас, может, в будущем организуете? Угу. Хорошая тема. У меня был вебинар на тему того, как работать с гиперактивными учащимися в принципе. Давайте, допустим, в мае попробуем подумать на тему того, как готовить гиперактивных учащихся к экзаменам. Потому что мне, честно говоря, в таком формате тема эта интересна, почему бы и нет. Так, Оралова Руфея пишет. Я какое-то время раньше занимался театральными постановками с ребятами разных классов. Поддерживаю вас в том, что это не только интересно, позитивно, но и весьма-весьма полезно с точки зрения развития языковых способностей. А вот видите, хорошо, что я, собственно говоря, наши идеи находят отклик друг другу. Так, вот мы, конечно, со мной согласны, отлично. Кстати, очень интересно, действительно классное предложение. И поверьте, каждый раз за кадром к концу месяца, вот, ну и я лично, во всяком случае, начинаю долго сидеть, думать, ходить по кабинету, что же такого интересного вам предложить, чего еще не было. Вот когда у меня есть такое предложение, это как иметь джокер в кармане, честное слово. Поэтому предлагайте, и я только за. Так, собственно говоря, вот именно так на вебинаре было предложение, и 26 апреля у нас пройдет мастер-класс по подготовке к устной части экзамена. И хочу всем напомнить, что очень сильно я жду от вас аудиозаписи ваших учеников, как они у вас отвечают на различные задания УГ, ЕГЭ или ВПР по устной части, причем по всем заданиям, это и чтение, это и задание 2, 3 или даже 4. Вот, причем интересно будет разобрать, как и ответы слабые, так и ответы сильные, называть чьи-то ученики мы, конечно же, не будем. Если только это не совершенно замечательный ответ, и вы хотите, чтобы это прозвучало. Вот. Но зато я думаю, что мы совершенно спокойно можем прислать вам в ответ благодарственные письма за помощь в подготовке вебинара. Если у вас есть такие аудиозаписи, которым вам не жалко поделиться, то я буду очень рад. Пожалуйста, вот моя почта bimsobaka.titul.ru. Буду очень рад их, собственно говоря, принять. И благодарности выражу вам. Не только благодарности, огромное спасибо. Я думаю, что мы очень интересно проведем подобный мастер-класс. Так. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Импровизация тоже может быть. Вот, например, в Миле для 4 класса можно интересную вещь предложить. У нас есть задание «Choose a role and act your dialogues», у нас есть, соответственно, роли, у нас есть карточки, у нас есть пример. То есть все это может у нас очень хорошо с вами работать. Так,
Сейчас, одну секунду. Импровизация может быть и такого характера, когда мы, допустим, предлагаем учащимся карту, как предложено в happyenglish.ru для 9 класса, и предлагаем разыграть сценку, назначая пункт А и пункт Б. Да, в пункте А стоим мы и тот человек, который должен нам объяснить, куда же пройти. Вот, пункт Б, собственно говоря, куда хочет один из собеседников пройти. И вот такие объяснения тоже будут крайне интересны. Причем интересно, когда тот, кому объясняют, если четко следуя инструкциям, ведет пальцем в нужную сторону. Поэтому это все будет полезно. Так, по поводу записи. И ОГЭ, и ЕГЭ, и ВПР. Если у вас есть записи устных частей, как отвечают ваши учащиеся, я знаю, многие их делают. Плохие ответы, хорошие ответы, замечательные ответы. Присылайте их, с удовольствием их разберем. И от издательства Титул направим вам благодарственное письмо. Можете сразу писать и свой почтовый адрес. Собственно говоря, дедлайн когда? Ну, давайте определим 20 апреля. Да? Там, допустим, 20-21 апреля, чтобы было время проанализировать их, понять, в какие места расставить. Если, собственно говоря, не будет таких аудиозаписей, такое тоже возможно. Понять, что с этим сделать и каким образом реализовать план Б, который тоже есть, но хотелось бы пойти по плану А, потому что ответы сегодняшних учащихся это крайне интересно, полезно. Я думаю, что все коллеги также скажут спасибо, собственно говоря, вам за такую помощь. Так, можно ролевые игры такие устраивать, и, например, при помощи Business English for Young Adults, это электронный учебник. Сразу могу сказать, Наталья Леонидовна и все те, кто откликнулись на эту просьбу, сразу говорю огромное спасибо. Значит, здесь мы можем... Так, про 5 O'Clock Team мы поговорим чуть позже, поэтому вам все удастся услышать. Вот буквально, я думаю, что еще минут 5-6, и мы как раз поговорим про 5 O'Clock Team. Значит, ролевые игры можно использовать, например, и для старших классов. Business English for Young Adults есть подобные задания. И нам только остается мотивировать учащихся на то, чтобы они, допустим, 5-10 минут готовились и после этого сразу же выходили с такими небольшими сценками. В данном случае разыгрывается интервью с у работодателя потенциального работника на вакансию. Собственно говоря, Business English for Young Adults много таких идей. Да, вот, пожалуйста, вот Small Talk у нас есть. Остается только все это реализовать. Это будет тоже очень интересный опыт в рамках недели иностранных языков. Конкурс «Пишем письмо другу». Да, после этого как раз будет 5 O'Clock Tea. Помогает развить навыки письма. Нетрудно выполнять учащимся. Развивает воображение и творческие способности. И в особенностях подготовки следует выделить, что требует корректной концепции проведения. То есть нужно продумать, как мы точно расскажем о условиях, какие примеры мы покажем, потому что они обязательно должны быть, и как мы, допустим, еще раз покажем, как писать такие письма. И причем у нас с вами в чате не так сильно выше. Была очень интересная идея, как версия данного конкурса, по-моему, письмо к литературному герою, да, вот кто-то из коллег именно такую версию называл, тоже очень интересная история, и тоже как вариант, да, там, не письмо друга, а пишем письмо любимому литературному герою, но почему нет, это все может быть. Самое главное, это показать хорошие примеры, это, допустим, за неделю, за полторы до недели иностранных языков, например, при помощи метапредметного портфеля, показать, как писать эти письма, показать основу, показать, с чего начать. Потому что случается очень часто такая, литературному герою, опять-таки метапредметность, вот, пожалуйста, не просто так это задание есть в метапредметном портфеле. Спасибо большое, видите, я вот сразу запоминаю ваши хорошие идеи. Вот, допустим, пишем, литературному герою,
Но очень важно показать, как это сделать. Потому что очень часто случается, предлагают мы написать статью или сделать проект, но не рассказываем о том, как это сделать, не показываем примеров того, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому, конечно же, вот такие примеры, как, например, в метапредметном портфеле или использовать даже задания, будут крайне полезны, и тогда, собственно говоря, такой конкурс удастся. Так, Слава Сорокич пишет, в этом году ставили 12 месяцев, песню про месяц помог выбрать ваш вебинар. Да? Ой, интересно, какой? Спасибо, сразу говорю, большое за такую обратную связь, потому что я не устану это повторять. Очень интересно, когда все-таки коллеги во время вебинаров все-таки слушают, да, там не уходят варить борщи, значит, тем действительно интересно. Так, вот, письмо героя, которое меня на что-то вдохновило. Кстати, как тема, да, абсолютно верно. Как переписываться в чате. Да, хорошо. Кстати, вот очень хорошо, когда есть такая конкретизирующая тема, почему бы и нет. Да, и, собственно говоря, мы показываем то, как писать письма, и в этом нам очень хорошо может помочь метапредметный портфель, по которому мы либо работаем в течение года, и, соответственно, у нас чаще всего умеют писать письма, или же мы какие-то задания выполняем за неделю, за две до недели иностранных языков, которые поможет им потом справиться с заданиями, которые мы предлагаем им уже в рамках конкурсов или мероприятий в рамках недели иностранных языков. Так, проведение 5 o'clock tea. Это мероприятие проводил лично я, очень успешно, и, собственно говоря, очень хорошо все получилось. Что нужно сделать? Ну, такие мероприятия, они, скажем так, не будут очень массовыми. Вот Татьяна пишет, мы писали письма друзьям из Канады, они нам присылали ответы на больших плакатах, мы их вешали, изучали, все, вплоть до ошибок, почерк, рисунки, имена животных, интересно. Да, это вообще гениальный опыт. Опять-таки, всем, кто, у кого блокноты в руках, обязательно запишите, потому что, ну, это просто мега интересно. Вообще, это актуально ли в наше время учить писать бумажные письма, дети интернета и электронных сообщений? В метапредметном портфеле для 5 класса есть задание, где мы как раз пишем имейлы. Имейлы тоже нужно учить писать, и поверьте, мы как люди, которые еще раньше писали письма, нам, вот, ну, лично мне, во всяком случае, пришлось научиться писать электронные письма, деловую переписку, обычную переписку. Это тоже целый процесс, целая, скажем так, проблема, вопрос, задача, которую также необходимо решить, почему бы и нет. 5 o'clock tea. Значит, что можно предложить? Предложите учащимся найти рецепты и приготовить английские десерты для чаепития. Такие мероприятия проводятся, скажем так, с самыми законопослушными группами. Либо в тех классах, в которых вы являетесь классным руководителем, у вас сразу два зайца убивается. Это тоже маленькая хитрость. Я проводил ее в том классе, в котором был классным руководителем. Ну, главное, чтобы не было больше там 20-25 человек, потому что иначе это быстро превратится в балаган. Найдите вместе с учащимися традиции проведения чаепития, да, задайте кому-то такое поручение, чтобы они рассказали всем, что нужно делать, как это делают англичане, как, соответственно, нам стоит повторить это все, чтобы это было похожим. Помните о содержании, то есть можно устроить мини-конкурс тусицов, или обсудить разработанную группу учащихся проект, да, допустим, устроить 5 o'clock tea, помимо этого представить несколько интересных проектов учащимся. То есть главная задача – окунуть учащихся в культуру изучаемого языка, показать им, как проходит у англичан 5 o'clock tea, окунуть их в эту всю историю. Требуется некоторая подготовка и, собственно говоря, отдача от той группы, с которой вы будете работать в таком формате, но поверьте, результаты очень даже приятные и хорошие. Можно проводить дистанционные олимпиады. Вообще очень интересно, когда в неделю иностранного языка проходит что-то очно, а что-то проходит заочно. Что можно для этого сделать? Очень хорошо олимпиады проводить при помощи Google. Для этого нам нужно создать аккаунт Google. Это просто можно завести Google почту, это и есть создание аккаунта.
После этого вот в таком меню нажай кнопку «Еще». Да, вот сейчас покажу. Вот она у нас вот здесь, вот эта кнопка. Можно же ее... Сейчас, секунду, это я что-то не то сделал. Одну секунду назад верну. Да, в общем, можем, соответственно, вот нажать кнопку «Еще». И после этого, соответственно, мы перейдем вот сюда. Здесь мы находим вкладку «Формы». И, соответственно, дальше мы с вами увидим, да, когда откроем формы, вот такое меню, где нам будет предложено создавать понятные формы. Мы открываем их. И дальше придумываем свои вопросы, либо берем вопросы из готовых. Я сейчас покажу, откуда можно взять интересные вопросы. Даем варианты ответа, даем, соответственно, какие-то интересные задания, либо предлагаем сделать учащимся развернутый ответ. Мы, во всяком случае, вызываем титул, когда проводим в социальных сетях, например, ВКонтакте, викторины и конкурсы, именно так и делаем, то есть пользуемся Google формами, это очень удобно, это полезно. Собственно говоря, дальше вы раскидываете ссылку, записываете ее где-то, и все желающие могут принять участие. Очень хорошо это работает. Где взять, собственно говоря, вопросы, идеи, я сейчас вам покажу. Татьяна пишет: Wikispace с американскими детьми мы делали проект национальных рецептов. Потом выбирали те, которые больше всего понравились, готовили, дегустировали, представляли. Тоже очень интересная идея. Опять-таки, такого никто вот так вот на вебинаре сходу, скорее всего, не предложит из лекторов, поэтому записывайте. И я думаю, что в следующем году или в этом году, если у вас еще впереди неделя иностранных языков, у вас не будет проблем придумать что-то интересное, потому что идеи уже есть, и останется их только реализовать, придумать к ним правила и провести остальную подготовительную работу. Где взять вопросы? Можно, конечно же, составить самостоятельно, но это отнимет достаточно много времени и сил, или же наоборот подобрать из готовых пособий. Я сейчас вам примеры такие покажу. Все никак не доберусь до сервиса Google Форма, надо свой. Вы знаете, я не продвинутый интернет-пользователь, но действительно с этими формами достаточно все просто, легко освоиться и, собственно говоря, получить качественный результат, поэтому настоятельно рекомендую попробовать. Где взять вопросы? Можно взять у Артема Петровича Булова. Например, для 5-6 классов в олимпиадах по английскому языку для 5-6 классов. Да, это могут быть вопросы с выбором, множественным выбором, это могут быть вопросы с заданиями на чтение, это может быть и use of English. То есть вариантов может быть много, все это там можно удобно оформить и реализовать. Благо, что сейчас, вот именно в этом году, благодаря Артему Петровичу Гулову у нас есть и для 5-6 классов олимпиады, и потом я вам покажу, в новинках еще даже не успели примеры вставить, олимпиада для начальной школы 7-8 классов и 9-11 классов. Кстати, на книге 8, точнее 11 классов олимпиады сегодня будет промокод на скидку на 10%, поэтому в самом конце, поэтому я думаю, что тоже такая интересная информация для вас будет. То есть заданий много, и они разбиты по, соответственно, классам, по степени сложности, и нам остается лишь только их заложить. Там, кстати, можно и аудирование закладывать, благо, что они у нас по QR-коду, то есть вы можете вставить туда аудирование и предложить непосредственное задание. Можно туда и заложить кроссворд, его можно составить, есть отдельные сервисы, которые помогают сделать кроссворд, можно взять и этот кроссворд, да, допустим, сделали, отсканировали вот эту вот страницу, повесили это как картинку, дальше задаем вопросы и предлагаем, допустим, цифры расставить, какое слово куда должно у нас с вами зайти, или много различных вариантов, как это все придумать. Да, заданий много, есть из чего выбрать, то, что удобнее, то и берем. Можно брать, допустим, на грамматическую викторину задание из сборника Кирилла Павловича Словохотова «Грамматика, сборник упражнений».
Также можно подобрать вопросы с множественным выбором и с вариантом ответа, который необходимо вписать. Можно брать задания из олимпиад Карины Степановны Махмурян и Мельчиной, да, из книги «Олимпиады по английскому языку». Также можно составить такую интересную викторину или дистанционный конкурс. Заданий много, остается лишь только их реализовать. Да, пожалуйста, вот опять-таки выбор вариантов ответа предлагаем, они у нас выбирают, работают и получают результат. Ну что ж, так мы с вами постепенно подошли к итогам. Что можно вывести в качестве рефлексии? Я думаю, что вы сегодня активны, можете совершенно спокойно что-то добавить. Количество идей для мероприятия на неделе английского языка большое, да, и мы с вами создали сегодня общими усилиями интересный такой банк идей, банк различных мероприятий, которые остается лишь только реализовать. Я думаю, что этих идей хватит не на одну неделю иностранных языков и даже не на один учебный год. Да, вот Екатерина пишет. Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность Артему Петровичу за сайт, на котором проводились мастер-классы, в том числе по дистанционной предметной неделе. Артем Петрович вообще очень такой многогранный человек, очень много пишет, поэтому у Артема Петровича были абсолютно чемпионы по Всероссийской Олимпиаде, поэтому этому автору можно смело доверять и его заданиям, и его системе подготовки в том числе. Многие конкурсы мероприятий не сложны в подготовке, если использовать наработки и пособия учебников. То есть, когда мы не тратим время на то, что уже придумано и сделано, а используем в своей работе. Возможно, поддержать интерес к изучению английского языка. И, собственно говоря, дать мотивацию к изучению английского языка. Поэтому это тоже у нас с вами крайне важно. Ну что же, если у вас будут какие-то дополнительные комментарии, я их прочитаю, да, к рефлексии. Пока же хочется вам рассказать о том, что, еще раз напомню, о том, что у нас очень хорошо обновился интернет-магазин, там появились новые способы доставки, там появились книги наших партнеров, и много чего интересного вы можете найти. Я думаю, что он стал намного удобнее и дружелюбнее, поэтому советую обратиться к нему. А также у нас вышли совершенно новые издания. Это то, которое я сегодня вам показывал, развивающие задания, стихи и песни для начальной школы Владислава Петровича Милюда. Пособие, о котором мы, конечно же, поговорим в следующем месяце, вот только-только вышло из типографии English тренировочные упражнения для второго класса, 110 заданий, автор Елена Павловна Белоус. А как читать на 5? Журавлева Тимушевой, я думаю, также это тема для отдельного вебинара. Очень всем советую, есть страница у нас в интернет-магазине выложена, обязательно полистайте. Олимпиады по английскому языку для начальной школы у Артема Петровича Гулова, и тем самым серия Олимпиад Билда включает в себя пособие от начальной школы и вплоть до 11 класса. Тоже новинка, только-только вышла. Вы можете все это найти у нас на englishteachers.ru, обсудить на форуме или же приобрести в интернет-магазине, пожалуйста, ссылка. И также присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Это ВКонтакте, Facebook, Instagram. Все самое интересное, новое мы там рассказываем, освещаем предстоящие мероприятия. Вот, например, прошел семинар в Костроме, тут же мы с коллегами создали такой интересный о нем отзыв, фотографии. Точно так же и по всем остальным прошедшим мероприятиям. Также хочу напомнить, что у нас в Рязани 18 апреля пройдет семинар. Если вы где-то недалеко находитесь, то принимайте участие. Вся информация на investigation.ru есть. Как обещал, и спасибо большое за такой приятный отзыв. Я все вижу, благо камера не передает, но уже краснею, потому что и с одной стороны приятно, с другой стороны немножко смущаюсь. Итак, как получить скидку 10%? Что можно сделать? Надо написать письмо на shop@titul.ru. В теме письма указать вот этот промокод 12.04.O65.70.75. Он действует до 13 апреля 23.59. Советую, кстати, сделать скриншот просто этого слайда и подумать над этим.
Скидка действует на покупку пособий Олимпиады по английскому языку для 8-11 классов. Заданий 3 книги, где 65, 70 и 75 заданий Артему Петровичу было при заказе через электронную почту. Поэтому делайте скриншот этого слайда, заказывайте эти книги. К этим книгам вы также можете перечислить еще какие пособия вам требуются. И вам, конечно же, ответят, на эти книги дадут скидки, остальные пособия просто включат заказ. Я думаю, что на доставке у вас получится очень хорошая экономия. Да, спасибо вам тоже за хорошую работу. Мы с вами очень хорошо вместе действительно поработали, а не просто я вам что-то такое интересное прочитал. Рад, что вам, собственно говоря, понравилось. Также я думаю, что еще более в мастер-классовом варианте мы с вами поработаем 26 апреля с вашей помощью, с вашими аудиозаписями. Попробуем разобрать какие-то интересные ответы и, кстати, и некачественные ответы тоже. Вот, ругать никого не будем, просто посмотрим, как сделать хорошо и как не сделать плохо. Да, и что можно сделать для подготовки учащихся. Ну что же, сейчас я вам дам код для скачивания сертификата и ссылку. Вот, пожалуйста, они у нас с вами в чате. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.